Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать свой заказ с сайта «Любимый Василек». Заказала снова там текстиль уже для беседки. Вот, ну и, конечно же, там себе костюмчик, кое-что детям, так что давайте распакую, сейчас все покажу. Снова у меня вот такой большой мешок, сейчас я все распакую, вам покажу. И забыла сказать, что, как всегда, все ссылки будут у меня внизу в инфобоксе. Ну и давайте я начну со своих детей. Старшему сыну я заказала вот такие шорты. Эти шорты, девочки, подсаживаются примерно на размер и в длину подсаживаются. То есть, моему сыну вообще отлично. Они широкие, тоненькие, вообще тоненький такой, ну как трикотажная такая немножко ткань. На жаркую погоду вообще идеально. Вот заказала ему еще одни. Он ходит с огромным удовольствием, здесь даже есть кармашки и широкая резинка, она не перекручивается, ничего с ней не случается, поэтому очень нравятся нам такие шорты. Своему младшему сыночку я снова заказала костюмчик вот такой. В прошлый раз у нас был такой зеленоватый, ну такой бирюзового цвета, точно такой же. И я в этот раз заказала вот такой с красненькими шортиками. Тоже моему младшему сыночку очень понравились, единственное, что они такие достаточно плотненькие. На вечернюю погоду вообще отлично как раз ему. Вот я заказываю рост 134, у него так и есть 134, чуть-чуть великовато. Сейчас походит, потом еще в садик как раз. Своему мужу я взяла вот такую обычную белую футболку. Здесь, правда, вот такая надпись, написано «Мэн», я так понимаю. Я беру мужу футболки в Васильке на один размер больше. Во-первых, он меня любит оверсайз, тоже такой, да, чтобы свободно было. Вот, а во-вторых, они могут подсесть. Но здесь такой достаточно плотный трикотажик такой. Прямо вот. Ну, футболки эти нам очень нравятся. Я мужу до этого тоже заказывала. Ну, обычные такие, не, как сказать, без всяких принтов, рисунков. Он носил под свитер. Очень они понравились. И вот заказала такую беленькую. Вот, ну, не знаю, будет, наверное, дома в ней ходить. В общем, посмотрим. Себе тоже я взяла вот такую футболочку, очень мне понравился вот этот медвежонок, посмотрите, какой лапочка. Я взяла размер 44, но на самом деле можно было и поменьше, я не знаю, я сейчас померю, посмотрю, как смотрится, еще не примеряла. Вот, и она идет такая достаточно плотная, но мне кажется, шортами будет очень даже хорошо, то есть она такая прям оверсайз, я бы так сказала. Вот, сейчас примерю, посмотрю, но качество очень хорошее. Вот такая же она по качеству, как и мужская предыдущая футболка. Ну и такой тут медвежонок милый. Слушайте, ну мне нравится, прикольно. С белыми кедами, если еще одеть. Я сейчас в домашних шлепках. Вот. Ну вот с шортами, да, мне кажется, вообще супер. Супер, мне нравится, вообще обалденно. Вот, я думаю, что она не подсядет, хотя не знаю, может быть и подсядет. Вот, но я бы не хотела, чтобы она подсела, такая, знаете, прям оверсайз, да, такая удлиненная, очень классная, все прикрыто, все, что нужно, мне прям нравится. Еще сумку, да, такую поясную, и, в общем, такой спортивный образ, и вот этот медведь мне очень нравится, у него тут цветочек, ромашка, классная. Также себе я заказала вот такой вот тоненький, тонюсенький, девочки, очень классный сарафанчик, носить его дома, по-моему, он только в такой расцветке был, но мне на самом деле вообще все равно, он тонюсенький, здесь сделана как такая вот майка, тут какие-то завязочки, то есть вот таким вот образом сделан, потому что у нас сейчас жарко и вечером тоже душно, и вот чтобы что-то одеть, днем-то я разгуливаю в купальнике по участку, а так вечерком что-то на себя набросить, как раз вот такой вот тонюсенький сарафанчик. Ну, мне кажется, веселенькая расцветка, мне нравится, тоже сейчас примерю. Вот сарафанчик, мне он очень нравится, невесомый, воздушный, он идет, видите, сзади удлиненный, это очень классно, для дома это вообще идеальный на самом деле вариант, а спереди немножечко покороче. Невесомый, легкий, здесь вот завязочки, то есть можно отрегулировать, да, вот эту высоту, вот, ну, вы поняли, да, там сделать пониже. Я сейчас одела на белье, вообще буду уходить дома без белья, соответственно, и спинка выглядит вот таким вот образом, вот, ну, слушайте, класс, мне очень нравится, смотрите, какой прикольно. Вот, если было бы еще в такой светленькой расцветке, хотя и такая мне тоже очень нравится, вот, для дома, девочки, для дачи вообще супер ходить, да,
Ну, конечно же, куда я без костюма от Василька. Очень мне нравятся эти костюмы, девочки. Это просто огонь костюмы. Их разбирают. Повторений, что называется, нет. Я увидела вот такой вот нежно. На самом деле камера передает его ярче. На самом деле это такой нежно-голубой цвет. Здесь идет без резинки. Сзади вот толстовочка, да, удлиненная. Она не утепленная, но ткань очень плотная. Вот такая здесь девушка с красными губами. Я взяла размер, по-моему, 46, да, потому что я хочу, чтобы на модели сидела так более по фигуре, я хочу, чтобы такой свободный был, потому что эти костюмы я одеваю, когда иду гулять с мальчишками, с моими девочками хвостатыми, в общем, супер. Здесь тоже нет манжетика, просто подшито капюшон, завязочки, все как обычно, да, капюшон достаточно хороший, но качество этих костюмов, девочки, поверьте мне, очень классное. И вот такие брючки. Идут кармашки, не очень глубокие кармашки, завязочки, резинка. Тоже здесь обратите внимание, вот резинка какая широкая, да, то есть она прострочена вот здесь вот. Она тоже не перекручивается, не впивается, очень классно сидят. Вот, и здесь уже без манжетов. Но мне очень меня покорило вот этот цвет, такой нежно-голубой, очень классно. Сейчас тоже, девочки, примерим. И вот этот вот костюм. Девочки, это 46 размер. Я специально взяла, потому что на модели он сидел более в обтяжечку. И я хотела именно посвободнее, чтобы было. Я бы на самом деле даже, наверное, 48 бы взяла с удовольствием. Люблю, когда более обтягивающий. Хотя не знаю, в 48 было бы красиво или нет. Вот, потому что кофта у меня и так достаточно свободна. У меня свободно в талии вот здесь вот. Но все это можно отрегулировать, соответственно, завязками, да, и брюки. Я не скажу, что они прямо сильно в облипку, но в обтяжку, да, то есть, в принципе, не супер свободно. Ткань это очень хорошо тянется, как вы видите. Кармашки не глубокие, у меня рост 1,65 м, мне отлично длина, с кедами, с кроссовками, супер. И сзади также, вот видите, немножко удлиненная, спереди чуть покороче. И рукава, длина рукава вот такая, вообще она должна быть вот так. То есть, если бы я взяла свой размер, то рукав у меня был бы вот так. Вот таким образом. Тут, на самом деле, не особо заметно, что девушка нарисована. Такое ощущение, что какая-то рыбка издалека, да? Вот. Но очень красивый цвет. Мне так нравится. Я не знаю. Хотя я больше по розовому цвету, да? Кстати, капюшон достаточно, видите, такой глубокий. Вот. Я больше по розовому цвету, но вот этот голубой тоже классный. Появятся там какие-то новинки в костюмах, я обязательно закажу себе еще, потому что эти костюмы это просто мое все. Еще очень классные костюмы Василька, которые внутри на флисе, с жилеткой, осенью, вообще супер, идеальный вариант вот для прогулок, для каких-то поездок за город, я не знаю, для это просто для загорода, даже дома вот такой костюмчик ходить, ну просто супер. Но я не дома в нем хожу, да, я хожу гулять с мальчишками, с девчонками, и мне очень нравится. Даже в магазин могу вот одеть такой костюм, и куда-то в магазин, местную лавочку и так далее. И мне очень-очень нравится. Вот, так что, если вы хотите, чтобы сидела посвободнее, берите на размер, а то и на два больше. Так, ну и текстиль. Текстиль у меня идет для беседки. У нас там стол такой, мы на нем кушаем, да, такой обеденный стол стоит. И очень мне хотелось как-то вот текстилем, ну, я люблю все вот это украшать, это все, вы понимаете, да. Взяла самые дешевые подушки с нанофайбером 50 на 70. У меня есть еще одна подушка 50 на 70, мне нужно было 3 по моей задумке. Вот, поэтому я докупила еще 2. И к ним вот такие вот чехлы. Вообще, это просто трикотажные наволочки. Но я их буду использовать как чехлы. Вот. У нас, в принципе, ну, в общем, это уличный вариант. Да, вы поняли. Поэтому и подушки самые дешевые. Также я заказала 2 вот такие подушечки. Это, ну, как бы подушки для декоративных наволочек. Наволочек. Извиняюсь, девочки. Вот. И вот такие декоративные наволочки 45 на 45. Правда, здесь подушки, по-моему, 40 на 40, девочки. Я вот не помню, но я ссылочки вам, конечно же, оставлю. Вот 2 вот такие вот у меня подушечки. В общем, я сейчас все это разберу, одену и покажу вам, как смотрится это все в беседке и вообще свою задумку. Я надеюсь, что то, что я задумала, действительно будет
классно смотреться. Еще кто просил, показываю беседку. Вот такая вот у меня была задумка. Здесь у нас это все у меня делал муж, и стол вот этот делал муж у меня. В общем, сделал он такую скамеечку. У нас вот такая вот, ну как бы, как это назвать, подстилочка, да? На каждом стуле такая же подушечка. На этом просто мальчишки утащили. Вот, и я хотела, ну как бы в тон, скажем так, сделать вот такие, вот таким образом, чтобы было, да? Сейчас я отойду подальше, чтобы было видно. Вот таким вот образом. Вот, единственное, что я, как всегда, накосячила. Девочки, я что-то там мерила, в общем. Смотрела, и оказалось, что вот эти вот подушки меньше наволочек. Смотрите, сейчас покажу. Вот так вот, видите они? Вот, ну, думаю, сейчас постираю вот эту вот саму наволочку. Может быть, она подсядет, или если не подсядет, я ее просто ушью. С одной стороны просто сделаю, и все. И будет вот такая красота. Я сейчас просто загнула, чтобы вам показать. Вот, ну вот эта расцветка очень классная. И сделана такой, как, видите, как под лен такое. Вот, это у нас от березы. Видите, все. Березу соседи растут. И все на наш участок сыплется. Вот. Так что вот такая. Но мне очень нравится, как выглядят вот эти подушечки. Они освежают. Больше у нас сидят там, где вот эти большие подушки. Я поэтому так и как бы захотела, чтобы были большие. Просто темно-коричневые, да. И вот эти вот, они уже такие более освежающие. Можно было сюда еще одну. И сюда еще одну. Но я что-то вначале не захотела, не знаю. Сейчас, ну, посмотрю, короче, поиграюсь. Вот, так что вот такая вот. Вот такая вот у нас беседка. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Не забывайте, что все ссылки я оставила вам внизу в инфобоксе. Я очень довольна своим заказом. Я, кстати, очень люблю домашний текстиль. И как раз-таки васильки, его можно купить недорого. И при этом достаточно часто, скажем так, обновлять. Можно просто купить подушки, обновлять чехлы и так далее. В общем, супер. Ну и вот этот голубенький костюм, девочки, это вообще огонь. Обожаю эти костюмы. Заказывайте, девочки, не пожалеете нисколечко. Я их и стирала, и у меня там собаки пачкали меня, и дети, в общем, и все равно все хорошо стирывается, не линяют, не садятся, их не перекручивается, никак не пере... ничего с ними не случается, очень классно, так что всем рекомендую. Вот, ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным, самое главное, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.